В Югре самый низкий уровень безработицы среди субъектов Уральского федерального округа. На данный момент неустроены почти 6 тысяч жителей автономии. Эта цифра увеличилась на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Кстати, общее количество безработных в Югре в два раза меньше, чем в среднем по стране. С начала этого года службами занятости трудоустроены более 6 тысяч человек. Сегодня под риском увольнения в Югре находится 1500 работников. Избежать возможных проблем в Сургуте, например, планируют за счет создания временных рабочих мест или переобучение новым специальностям. По востребованной на рынке труда профессии мы проводим профессиональное обучение безработных граждан, чтобы можно было получить другую специальность, повысить квалификацию, переподготовку пройти. И порядка 31 специальности, только наименование специальности, было использовано в первом полугодии. Сегодня в Сургуте количество безработных горожан составляет почти 700 человек. Более 200 из них – это жители Сургутского района. За этот год в нашем муниципалитете трудоустроены около 1000 соискателей. Специалисты отмечают, что из всего числа обратившихся в службу занятости только 25% попадают в ряды безработных. Остальные находят новое место в течение короткого времени. На портале службы отражены более 3500 вакансий. В основном в трудовых ресурсах нуждаются предприятия малого и среднего бизнеса. Конечно, у нас по-прежнему остается строительство, здравоохранение, образование, торговля и общественное питание. Наиболее востребованы у работодателей такие профессии, как электрогазосварщики, водители со всеми категориями или, по крайней мере, как можно больше открытых категорий. На инженеров наблюдается спрос.